начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Прошу внимания, главный тренер футбольного клуба «Волга» из Нижнего Новгорода Андрей Талалаев. Андрей Викторович, ну поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями о матче, а потом, может быть, будут вопросы. Хорошая победа. Лучше бы, если закончили 2-0, чем 2-1. Не обязательно гол пропустили. Нам сейчас нужнее, наверное, привести, набирать очки. Пожалуйста, вопросы. Андрей, это чемпионат для вашей команды складывается так довольно непросто. Вот, я так понимаю, что задачи, разумеется, никакие глобальные на этот сезон, наверное, не ставятся. В дальнейшем вернется ли в Нижний футбол большой вообще? Что вот об этом говорят у вас? Знаете, я о футболе больше привык говорить. О глобальных задачах, о качестве футбола, то, что на зеленом прямоугольнике происходит. О глобальных задачах, так тезисно, знаете, вот эти бросать лозунги, это у нас есть руководители. У нас есть председатель правления клуба, вот этот человек, который говорит слова, да, Дмитрий Валерьевич Сладковский, и он их выполняет. Мы очень надеемся, что будет выполнено все, что говорилось, пока ребята убиваются за каждое очко и за свою честь, вот и все. То есть у вас никаких нет задач таких? У нас задача, чтобы мы продемонстрировали зрелищный футбол. У нас задача для того, попытаться сделать так, есть такие намерения, чтобы зритель пошел так же, как у вас ходит, потому что приятно смотреть, когда трибуны заполняются. Даже несмотря на то, что негативные результаты, сейчас череда у вас не самых удачных игр, все равно зритель приходит. Вот. Именно для этого мы работаем, тренируемся, играем. Если вы хотите сформулировать, услышать от меня, чтобы я вам сказал, какое место нам надо занять, максимально высокое, какое возможно. Честно говорю, что из весеннего этапа мы немножко не рассчитывали на поражение домашнего 90 минут с Балтикой. А так бы, может быть, мы сейчас говорили о чем-то там серьезном. Пока мы думаем о каждом последующем матче и все. Насколько вы довольны игрой Андрея Козлова, который для Воронежа не чужой человек? Растет он в вашей команде? Вот что от него? С вами сложно, вы опытный журналист, чувствуется. Вы задаете в одном вопросе сразу два. Первый вопрос. Я доволен игрой Козлова. Именно на эмоциях мы сыграли. Вы, если обращали внимание, в предыдущем матче у нас не выходил в стартовом составе и приболел немножко, мы устанавливались. Вот мы его здесь выпустили вопреки, да, его состоянию. И он на этих самых эмоциях, на желании доказать в том городе, где он оставил частичку души и здоровья, забил гол и имел еще два момента очень хороших. И здорово сыграл. Другой вопрос, что мы знаем особенности вашей команды, да. Мы сумели переиграть вас у себя на поле. И сейчас, я считаю, тоже полностью переиграли, потому что моментов для забития мячей у нас еще было 300%. И мы понимали, что у вас есть проблемы в обороне, и сумели построить игру так, чтобы пользоваться этими проблемами. Андрей сыграл ключевую роль, потому что оказал давление на вот эту центральную зону, новая, которая у вас появилась, связка. И из-под него вольготно игралось нашим быстрым игрокам Лукьянову и Саркисову. И плюс, конечно, Замалиев с Петровым очень хорошо себя проявили в центральной зоне, потому что эти первые замены, которые провел ваш тренер в первом тайме, показали, что мы переигрываем команду вашу в середине поля. Поводу длительного прогресса Козлова не стал бы загадывать, потому что, знаете, у форварда бывает, а кто идет, то не идет. К сожалению, прошлый сезон он и Кухарчук были лидерами нашей команды. В этом году немножко, наверное, переоценили свои запросы, желания внутренние, да, и где-то чуть-чуть не доработали. Но все встает на свои места. Я очень надеюсь, что нам стабилизируют моральную обстановку внутри команды, как это произошло с Балтикой, с Арсеналом, с Тульским, с Армавиром, который сейчас набирает очки. И тогда будет легче работать, тогда будут футболисты прогрессировать. А так я благодарен своим игрокам, что они выходят и очень четко выполняют то, о чем мы с ними договариваемся. Бывает, что получается, как сегодня, допустим, на 85%, потому что все-таки третьего гола я ждал, это Хручука свежего, который выходил, мы планировали это, когда вы раскроетесь. Бывает, что не получается, как с Балтикой, например. Хотя все тоже понимали, знали, но, к сожалению, на 93-й пропустили гол со стандарта. Но для этого футбол, наверное, поэтому зритель ходит. Если можно, я прокомментирую
Хочу извиниться перед болельщиками за результаты, за качество показанной игры. Спасибо за внимание.